Друзья, всем привет! Это рыбалка с Пашком. И сегодня мы стартуем на остров, на Москва-реку, где будем рыбачить 2 ночи и 3 дня. Ну, грубо говоря, сейчас вот пятница вечером, мы сейчас выезжаем туда. Сегодня вечером приезжаем, раскладываемся, оборудуем, собираем, значит, лагерь наш. Смотрим, расчищаем место для рыбалки, закармливаем точки. И уже начинаем, значит, ночью половим немножко. Завтра утром уже основательно будем ловить. Весь день, вторую ночь и... Уже утро воскресенье, и может день немножко половим, и уже потом стартуем обратно домой. Я вот собрал машину, значит, уже битком здесь все набил. А берем с собой лодку, потому что до острова надо на чем-то плыть. Мотор, лодка, газ, топор, ну, в общем, палатка, стулья, здесь все у меня. Машину только вчера починили, поставили форсунки волговские. Все работает хорошо. Сейчас как раз ее проверим, машину, на дистанции. Посмотрим, расход какой будет. Ну, в общем, все почти готово. Сейчас я выезжаю за дядей Сережей. Там у него еще тоже барахла немножко есть. Забираю его, и мы стартуем, значит, на Москва-реку. Встретились с дядей Сережей на пруду. Он сейчас забирал живцов. И сейчас едем к нему на дачу, перегружаемся на мою машину. И уже стартуем на Москва-реку. Вот такая вот пробка по пути. Все прут на дачу. А мы прём на рыбалку. Итак, друзья, в общем, свернули мы с асфальта, уже едем вдоль реки. До острова осталось совсем чуть-чуть, буквально, может, с километр. Вон она уже, Москва-река там виднеется. Мост. Благодать. Время 8 часов. Еще пару часов, уже будет темно. Нам нужно успеть сейчас разложиться, перевести все наше оборудование, наши вещи и обустроить лагерь. Что, друзья, мы на месте, подъехали. Сейчас накачиваем лодку. Накачиваем лодку, ставим полы. Вон он, остров. И плывем, посмотрим, место занято, не занято. Если не занято, все, приезжаем, берем вещи и выдвигаемся уже на остров. Все, скоро у нас уже закат, скоро стемнеет, буквально через 1,5 часа, так что надо поторопиться. Все, не будем терять времени, погнали. Ну что, друзья, накачали лодку. Сейчас мотор заправим. Бензинчик я уже дома размешал. Тут где-то 5 литров нам за глаза. Ну что, ребята, запускаем. Спасательные жилеты взяли. Шикарно.
никого нет. Ребят, ну вот это место. Смотрите, никого нету. Красота, да? Ну, шикарно? Да. Обалденно, да? Здесь только не рыбачить, а вот. Давай, греби. А, к дереву. Туда, к переходу. Ну, в общем, сделали мы первую поездку, выгрузили кое-какие вещи. Дядя Сережа остался на острове. Нам круто повезло то, что остров не занят и никого нету на нем. Мы сейчас перевезем все вещи туда, обустроим лагерь, там просто шикарно. Там, блин, все, там лавочки, столик есть. Красота, одним словом, мусора нету. Короче, мы сейчас перевозим туда все вещи, раскладываемся, готовим снасти. Ищем точку, варим прикормку. Смотрим. Загрузили вещи, делаем вторую ходку на остров. Друзья, ну что, в общем, все, перевезли мы все шмотки свои, разложили сейчас на острове, сделали свет. Это прожектор 220 стоит здесь у нас через преобразователь, аккумулятор автомобильный. Такой преобразователь 220, 12 в 220, 350 ватт. Прожектор 50 ватт мощность. И вот смотрите, какой свет. Вот весь лагерь наш видно. Сейчас мы разложимся. Потому что, честно сказать, уже довольно сильно устал перевозить это все сюда. В общем, сейчас разложимся, покушаем, приготовим покушать. И на ночь забросим на живца пару донок. И, может быть, на сомика попробуем, на червя. А завтра уже с восходом, когда уже будет светло, начнем искать перспективную точку, сварим прикормку, закормимся и начнем ловить леща. Ну что, друзья, вот настало утро. Я нашел точку перспективную, можно так сказать. И сейчас поплыву на лодке ее закармливать. Вот у меня есть готовая здесь прикормка. Здесь, значит, перловка, пшено и чипсы, которые были в прошлом видео. Все здесь перемешал, такие вот шары прикольные. Сейчас мы эти шары на лодке доставим в ту точку и закормим ее.
Вот настало утро. Время где-то, сейчас точно вам скажу. 4 часа утра. Я отметил точки, точнее точку перспективную, которую буду кормить. Но я уже закормил из лодки. Сейчас мы кормим ее фидерами. Сейчас немножко сделаем закорм фидерами и поставим поводок и будем пробовать ловить леща. Так что вот такие дела. Чуть позже я вам покажу остров этот. Расскажу про этот остров. Так сказать, сделаем небольшую экскурсию по острову. Мы находимся на острове, на Москва-реке, посередине реки. Шикарный остров, мы здесь расположились, сделали лагерь. Давайте вам немножко покажу сейчас. Итак, здесь вот находится наш лагерь, палаточки, лодочка. Хочу заметить, смотрите, вот здесь вот уже вода, раз, и вот с этой стороны тоже вода. Здесь я тоже закинул снасти свои. Фидерок закинул. Забросил одну удочку на живца. Кстати, вот с этого фидера уже поймал одну белоглазку. В принципе, неплохую по размеру. И вот наша машина стоит. Смотрите, сейчас приближу. Вот она. Это наша машина, мы на ней приехали. Вот здесь мы спускались на воду. О, смотрите, тоже машина уже стоит. Ладно, вот здесь мы спускались на воду, сюда приплыли. И здесь сейчас мы ловим рыбу. Вот такой вот замечательный остров. Мы сегодня здесь рыбачим. Думаю, будет интересно. Посмотрим, что нам получится сегодня здесь поймать. Но одна белоглазка уже в зачете есть. Ладно, продолжаем. Все самое интересное, как обычно, впереди. Рыба, хищник, прямо под берегом. Всплески постоянно какие-то есть. Мы сейчас попробуем, может быть, на живца перезакинуть. И может нам повезет, какой-то хищник клюнет на живца. Ладно. Будем пробовать. Все, смотрим. Сейчас были какие-то подергунчики на двух опарышей. Мы сейчас, вот смотрите, видите, один обсосанный, один нормальный. Мы сейчас, короче, одного берем и поставим одного опарыша. Снова прикормочка. Вот так. И одного опарыша. Сейчас попробуем так. Ну, на это точно должно клюнуть. Вот видите, да? Остров. С одной стороны клюет, с другой нет. Пробуем. Вот сейчас наткнулся на какую-то хрень. Смотрю, да? А вот смотрите, это стекло, ё-моё. Охренеть. Ногой наткнулся, представляете? Вот на вот эту штуку. Вот. Вот на вот эту штуку я ногой наткнулся только что. Можете себе представить? Просто жесть. Здесь у нас тишина. Точки я очень хорошо прикормил. Дядя Сережа здесь у нас варганит покушать нам. Позавтракать, так сказать. Что у нас? Яишенка. Ой, красота какая. Да? Так, еще сверху укропчика. Кинзы. Очень странно, вот эта точка глубокая, здесь у нас яма, хорошая яма. Два фидера забросил, молчат. С той стороны, а здесь я еще кормил, плюс ко всему. Плюс ко всему кормил эти точки, молчат.
с этой стороны острова. Не кормил ничего. Есть поклевки. Одну поймал. Несколько было поклевок, зацеп. В общем, интересно. Ладно. Посмотрим, что будет дальше. Продолжаем ловить. У нас поклевка была. Уважение, я не успел заснять, но сам трофей, он вот он. Смотрите. Вот такой вот лещик попался. Москворецкий лещик. А он у нас... Так, где тут у нас леска-то? Не пойму. В общем, все серьезно. Леска через губу прошла. Ладно, сейчас будем освобождать. Ну вот он, трофей. Такой леща... лещик килошный где-то. Смотрим, да? Красавец. Плавничок. Вот. Красавец. Сейчас была поклевка на живца. Но живец, правда, уже мертвый был, как я его вытащил. Но все же поклевка какая-то была. Сейчас, может быть, стоит перезабросить его. Но мы сейчас посмотрим. Я вот сейчас только что забросил. Сейчас посмотрим, может быть, вот на фидер будет поклевка. И, кстати, с этого места я вот того лещика поднял. Где-то на килограмм. Есть. Была поклевка. Ну, что-то сидит, что-то мелкое. Судя по поклевке, что-то мелкое было. Да, вот. Очередной синец. Вот он. Заглотил. Ну вот он, белоглазка или синец. Ну, синец, скорее всего. Сейчас пойду экстрактор возьму. Вот такой синец. Итак, вновь мы забросили фидер в то место, где у нас клюет. С этого берега, кстати говоря, где мы даже не кормили с утра. Но здесь клюет очень хорошо. Главное не сглазить. И мы сейчас попробуем дальше половить. Я еще раз напоминаю, мы находимся на острове посередине Москва-реки. С этой стороны река, ну здесь основное русло идет, здесь судоходная часть. А здесь уже, вот с этой стороны у нас баржи. Ой, то есть барж нету, здесь ямка хорошая. Здесь у нас два фидера заброшено. И вот я смотрю, у нас, кстати, поклевка есть. Вот на этот фидер у нас клюет. Опа! Есть, что-то есть, ребята. Есть поклевочка. Но здесь у нас монолит. Мононить. Короче, леска намотана. Поэтому рывки... Так, гасится хорошо. Ты знаешь, пока непонятно. Думаю, смогу так вытащить. Опа!
Ой, блин. Ну вот, очередной подлещик. Нет слов. Мастер. Все, я тебя поймаю. Опа! Ребят, ну вы видели, с одной стороны, с другой стороны, кругом клюет. С этой стороны покрупнее немножко. Такой уже хороший подлещик. Сейчас мы... Оба! Завели в подсак. Молодцы. Вот он. Красавец. Правда, есть один минус в этом подсаке, потому что вот эта ткань, она очень прокалывается крючком. И потом очень тяжело вытащить крючок из этой ткани. Лучше используйте подсаки из лески. С ними меньше проблем возникает. У меня был подсак из лески, но он сломался. Поэтому я сейчас пользуюсь вот этим. А так, пожалуйста. Вот он. Во. Такой красавец. Вот такой красавец на острове попался, ребята. Подлещик. Вот он, красавец. Друзья, вот он. Подлещик попался на острове. Такой небольшой. Но все равно приятно. Продолжаем ловить. Вот ты видишь, он сзади видит. У меня есть глаза на затылке. Ну, в общем, ребят, смотрите, была поклевка снова здесь на ямке. И что-то есть на крючке. Сейчас мы попробуем его вытащить. Здесь на катушке стоит леска, поэтому растяжение довольно приличное, но все же рыба чувствует. Ну, небольшая, небольшая. Небольшая рыбка. Сейчас попробуем достать. Хоп! Опа! Достали. Ну, это снова подлещик. Немного уродливый. И снова он заглотил. Придется использовать экстрактор. Конечно, пусть. В садок. Ямка. Ну, будем надеяться, эта ямка у нас работает ночью. Ночью станет хорошая, крупная рыба мерная. И мы будем ночью потихонечку, полегонечку вытягивать оттуда хорошие такие трофейные экземпляры. Размером от килограмма и более. Два парыша, кстати, сработало. Сейчас мы поменяем посвежее. Так, это у нас стоит уже. Вот они, раз. И два. Также два парыша. Так. Вот она у нас, оснастка. Прикормка, заметьте, кстати, полный лоток был, уже заканчивается. Надо подсыпать. Пригонка очень хорошо замешалась, и я скажу вам, почему так произошло. Потому что я использовал шуруповерт, и он очень хорошо ее размешал. Она очень хорошо увлажнилась равномерно, и поэтому сейчас очень хорошо работает. Дядя Сережа пробует ловить на блесну, но я заведомо уже знаю, что это проигрышный результат. Рыбалка, а не так сидеть в кресле и смотреть. В кресле. Я что? Я что, сижу в кресле, я бегаю туда-сюда. У меня постоянные поклевки. Четыре удилища. Ну, начинается. Четыре, не четыре, но все сделано правильно.
ребята. Кстати, заметьте, подсак у меня здесь находится, потому что здесь в основном клюет рыба. И клюет рыба, крупная рыба. Ребят, крупная. Ладно, пробуем. У меня вот ориентир я выбрал. Оп. Ориентир это вот тот, он тот большой куст, который вот. Ну не куст, а дерево. Дерево он тут большое. Вот на него я кидаю. Итак, друзья, мы закинули фидер. Только что на том берегу у меня была поклевка небольшого подлечка. Вытащил. И вот, смотрите, смотрите. Опа! Есть! Была поклевка. Не знаю, заснял, нет, но была поклевка. Была поклевка рыбы. Итак, у нас поклевочка на этот фидер. Посмотрим. А какая-то рыбка есть. Так, уже вот пошел этот шнур, перешел на леску, и у нас там вон он, подлещик небольшой. Пока вот такого размера клюет где-то рыба, и вон он, отцепился. Не знаю, смогу ли я его достать, нет. Ну, может быть повезет, сейчас вот он подсак. Может быть повезет, он. Нет, все, он ушел. Убежал. Зачастило. А у тебя там заглох. А, да, у меня там заглох. Цепился. Вот ненавижу это. Я тоже. Когда время уходит. Подсак нехороший. Ткань это. О, повезло. Это девка. О. Хороший. Заглотила.
Да. Привет. У нас сейчас 8:30 утра, первый день, ну можно сказать второй день пребывания на острове. Мы уже разложились. Рыбка, кстати, уже клюет. Мы уже достаточно, ну, неплохо так половили. Может быть, около штук 15 подлещиков поймали. Вот, лагерь разложили. Так все выглядит примерно. Лодка. Стульчики. Палаточки разложили. Одну палаточку мы будем там спать, вторую палаточку для вещей. В общем, продолжаем рыбалку. Такие дела. Остров просто изумительный. На самом деле, вот сзади меня, грубо говоря, вода, да? Вот вы увидите. Хоп. И здесь вода. Кругом вода находится. Можно рыбачить со всех сторон. Можно здесь забросить доночки, можно с этой стороны доночки забросить. Ну, красота, одним словом. Ладно, мы сейчас, я не знаю, 9 утра. Часов 12 половим еще, потом уже будет жара. Думаю, спать будем, потому что я вот всю ночь не спал. Готовился к рыбалке. И, наверное, в обед пойду спать. Рыбка клюет периодически. Здесь вот на ямке она реже клюет. А вот с этого края острова почаще. Почаще, и с этого края был такой, можно сказать, полубонус. Неплохой подлещик. Ну, полулещ. Назовем его так. И поклевки здесь, ну, реже случаются, чем там. Не знаю. Ладно, мы продолжаем ловить. Смотрим. Друзья, жара адская. Сейчас уже 12:30 времени. Я вот немножко переместился на этот берег, потому что здесь хоть какой-то есть тенек. На той части острова адская жара. Ловить просто нереально. Здесь вот есть небольшой тенек, и попробуем сейчас здесь половить. Я только, честно сказать, проснулся, потому что вот была поклевка. Не знаю. Да, что-то есть, мелочь какая-то. Хотя сошел, сука. Оп. Поймал. Прямо у берега сорвался. Вот. Ребят, такой подлещик сорвался прямо у берега, но мы его поймали. Пойду в садок положу. Блин. Вот такой небольшой подлещик за нижнюю губу на нашей точке взял. Красавчик, да? Ну, отличная рыба. Неплохо. Пойду в садок положу.
сейчас мы его немножко пофорсируем. О, ну подлещик неплохой. Есть. Рыбу мы взяли. Вот, друзья, вот такой подлещик. Рыба есть. Он даже не сопротивляется. Даже не сопротивляется что-то. Там дырки. Ух ты, я... Где дальше? Прогрызли, может, блядь. Где? Только сейчас не было же. Есть, ребятки, какая-то рыбка. Что же вы все заглатываете-то? Друзья, ну в общем, конец второго дня, уже стемнело, 11 часов время. Только что поймал на фидер неплохого такого подлещика, грамм на 500.
Сейчас немножко половлю, ночью не планирую ловить. Прошлую ночь ловил, но как бы безрезультативно было. Поэтому, может быть, до часу сегодня посижу. И завтра с утра начнем рыбалку. Ну, ночью должна покрупнее рыбка быть. Посмотрим, что из этого выйдет. Ладно, смотрим.